СМИ. Консерваторы готовы отправить в отставку Мэй. Поддержать депутатов готовы некоторые министры. 40 депутатов согласились подписать письмо о недоверии премьер-министру Британии Терезе Мэй из-за отсутствия прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС по финансовому вопросу Brexit. Об этом сообщает газета The Times. Как отмечает издание, поддержать депутатов готовы некоторые министры, которых также не устраивает позиция Терезы Мэй по Brexit. Таким образом, прогнозирует The Times, премьер-министру грозит отставка. Ранее Мэй заявила, что намерена остаться на своем посту после выхода страны из состава Евросоюза до проведения в стране следующих парламентских выборов. По материалам сайта newsgro.com.